можете ставить Ирину Ольховку. Я очень рада, что Ирина доехала, потому что лекцию я слышала летом, не эту, но похожая тематика. Я очень хотела, чтобы Ирина к нам приехала. И это случилось. Ирина – социолог, эксперт по вопросам гендерного равенства, торговли людьми. Звучит куча направлений. Я могу даже это зачитать, предупреждение домашнего насилия. Ирина возглавляет международное общественное объединение гендерные перспективы. Работает в сфере противодействия домашнему насилию, обеспечения гендерного равенства. Автор многочисленных статей по вот этим тематикам. Пожалуйста. Спасибо. Начинайте. Я надеюсь, что мы как-то будем иметь время на то, чтобы поговорить, задать вопросы. Мне кажется, что это достаточно интересная тема. И я призываю всех после лекции пообщаться. Спасибо. Спасибо и за представление, и за приглашение. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли в такое, в общем-то, время после работы, после учебы, за мотивацию вашу, за интерес, который проявили к этой теме. У нас с вами полтора часа. Вообще формат публичной лекции, конечно, большую интерактивность не предполагает, но попробуем, да, какие-то и вопросы из зала я готова принимать, какую-то небольшую дискуссию. Ну и тоже не хочу и вас задерживать очень долго, потому что до 9 часов мы должны завершить. По крайней мере, вход у нас свободный, выход тоже. О чем мы сегодня будем говорить? Почему эта тема важна? Ну, Оксана, представляя меня, там всякие громкие названия говорила. На самом деле, меня эта тема интересует потому, что мы все мужчины и женщины в нашем обществе, и как бы это, наверное, равенство, вопросы равенства, равноправия между полами, они нас не могут не волновать, потому что мы живем каждый день. У нас есть семьи, там, или формальные, или в партнерстве живем, мы как-то делим обязанности, мы растим детей, мы выбираем дорогу в жизни. Все это часто предопределено какими-то гендерными ролями или обществом, которое вот говорит нам, вот так ведут себя настоящие мужчины, вот так себя ведут настоящие истинные женщины. И, на мой взгляд, здесь на самом деле очень много стереотипов присутствует, которые стоит немножко так, ну, вот спросить себя, а это правда так? Кто так сказал? Под чьим правилом мы живем? Кто эти правила предложил, хочу ли я жить в соответствии с этими правилами, могу ли я как-то жить по-другому. Почему реклама? Потому что без нее, ну, сегодня очень сложно нашу жизнь представить без рекламы. Она вокруг нас, мы не можем выбирать, не видеть ее, потому что она действительно везде, в интернете, в нашем публичном пространстве, в социальных сетях, и, ну, в каждом магазине. И, на мой взгляд, мы как-то должны соотноситься с этой рекламой. И она у нас вызывает разные чувства. Что-то нравится, что-то мы слышим от наших детей, которые как там считалочки повторяют рекламные слоганы. Что-то вызывает у нас очень такое негодование или возмущение, но вот тем не менее мы вот в этом мире живем. И я рассматриваю рекламу как такой способ или средство нашей социализации, да, потому что она на нас воздействует. Понятно, что у рекламы главная роль не быть этической, да, главное продавать услугу или товар. То есть вот это самая, ну, вот, утилитарная, скажем, такая роль. И я с этим никаким образом не спорю. Но мне кажется, сегодня реклама вышла уже из этой роли. Она претендует на намного большее место в нашем обществе. И говоря о том, что реклама может быть не всегда этической, она может посылать такие оскорбительные месседжи, послания, да, и формировать не очень справедливые имиджи мужчин и женщин, я предлагаю соотнестись как-то с этим, да, вот определить свою позицию, я где. И программа «Минимум на сегодня», на эти полтора часа, может быть, чуть больше, я вижу в том, чтобы, ну, применить к вашим профессиональным знаниям, у вас там, наверняка, у каждого своя профессия, своя специализация, вот еще гендерную линзу, посмотреть на рекламу через призму вот этих вот гендерных ролей, гендерных стереотипов, да, и вот как бы себя примерить. Я вот здесь, я с этим согласна, а что вызывает во мне какое-то чувство дискомфорта, чего бы я не хотела видеть или, наоборот, чего бы я хотела увидеть, ну и выйти из зоны комфорта, с которой, наверное, ну, сложно выходить. Я не претендую на то, чтобы переубедить вас или убедить, чтобы вы приняли мою точку зрения на эти вещи, за это время это невозможно. Ну вот постараемся, давайте поспорим там в какой-то момент, это, мне кажется, тоже очень интересно. И, собственно, о чем я буду сегодня говорить. Ну, поскольку сегодня будет очень много имиджей показывать, картинок, то есть рекламных имиджей, слоганов вы будете видеть,
Я ни в коем образом, никаким случаем не хочу говорить о качестве товаров или услуг, чья реклама сегодня будет представлена. Да, то есть мы не об этом, мы не говорим там, как хороша эта мобильная связь, или как там плохи эти колготки или сапоги. Мы говорим о том, вот как рекламодатель и заказчик продают свой товар или продают свою услугу. Поэтому, чтобы было понятно, что мы вот не об этом сегодня будем спорить. Я буду немножко говорить о гендерной социализации, почему вдруг реклама как средство социализации может рассматриваться, что реклама продает, есть ли альтернативы тому, как реклама продает товар или услугу, если нам это не нравится, и подходы к регулированию рекламы, потому что это скорее опыт европейский, даже уже опыт украинский, то есть ближе к нам немножко Европа, пока не наш, не белорусский опыт, но тем не менее. Ну вот это про то, что реклама вокруг нас, и мы, к сожалению, не всегда можем вот как-то сказать, вот я не хочу эту рекламу видеть. Вот этот мужчина, который идет просто по улице, в это время рекламирует какой-то, значит, фестиваль. По-моему, это фестиваль искусств в Словакии. И первое, наверное, что может продать реклама, она продает голое, обнаженное женское тело. Да, эстетически это, наверное, это приятно смотреть. Но это тоже есть какой-то, эта реклама посылает некий имидж. Да? И вот мы сегодня поговорим о том, вот этот имидж, он такой безобидный, он имеет чисто эстетический характер, или все-таки он предопределен каким-то стереотипичными, ну, взглядами самих же производителей рекламы или заказчиков этой рекламы. И чтобы вот немножко вы понимали, я буду часто говорить про гендер, что это такое, несколько слайдов про то, что это такое гендер. Как соотносится пол и гендер? Пол — это наш биологический пол, гендер — это наш социальный пол, если говорить очень кратко. И вот в исторических личностях можно как бы две точки зрения исторических персонажей расследить. Господин Фрейд, который говорил, что анатомия — это судьба. В каком теле мы родились, такая судьба нас ожидает. Соответственно, в женском теле судьба женщины — это воспитывать, ну, рожать детей и воспитывать детей. И Симон де Бувуар, подруга Сартра, которая говорила, что женщины не рождаются, женщины становятся. Но не в смысле физическом, физиологическом, а в смысле приобретения вот этих вот женских ролей, да, общественных ролей, которые общество нам предлагает. И на самом деле не всегда предлагает как бы выбор из этого. Вот она говорит, иначе мы будем порицать, иначе ты не будешь вписываться в эту картину. И вот сегодня спорят, то есть мы продукты социализации или мы продукты биологии, да? Вот наши поступки и наш жизненный сценарий, который мы выбираем, это потому что в генах у нас заложено у мужчин быть защитниками, там, покорять пространство, спасать мир, а у женщин, значит, только ухаживать за детьми и осваивать домашнее пространство. То есть вот это заложено в генах, или же мы все-таки продукты социализации. Вот гендерная теория говорит о том, что мы во многом продукты социализации, потому что в разных обществах культура, религия, общественные нормы предъявляют разные мужчинам и женщинам требования. И быть женщиной сегодня в Беларуси и мужчиной не то же самое, что быть мужчиной и женщиной там 100 лет назад в России, или не то же самое, что быть мужчиной и женщиной в Африке сегодня. И эти роли меняются. То есть нельзя говорить о том, что они предопределены. И гендерная теория, и теория о равенстве ни в коем образом не говорит, что мужчины и женщины должны поменяться полами. Да? То есть мужчины, значит, должны научиться рожать, вынашивать детей, а женщины должны, наоборот, перестать это делать, раскачаться. Хотя если это выбор, да, какой-то человека, то почему бы и нет? Это выбор тогда индивидуальный. То есть гендерная теория говорит о том, чтобы мы, несмотря на то, что мы разные в смысле нашей анатомии, биологии, мы должны стремиться к равноправию в наших отношениях. Сегодня женщины наравне с мужчинами работают на рынке труда, выполняют разные обязанности, хотя дома эти обязанности по-другому распределяются. То есть почему бы не говорить о том, что мы равны вот в социальном смысле, да, в экономическом? И, наверное, в этом, вот в таком ракурсе для меня гендер – это вопрос социальной справедливости. Почему? И почему сегодня это не происходит? Ну и гендерные вопросы, они актуальны не только для женщин, хотя, наверное, у женщин есть особые проблемы в этой сфере, но и для мужчин. Гендер социальный. Ну давайте посмотрим вот этот гендер, как он транслируется, как наша культура говорит. Вот так ведут себя все мальчики. Если мальчик хочет, чтобы его принимали, для него это очень такой откровенный посыл. Вот так нужно себя вести, чтобы никто не показал пальцем, что ты не такой мальчик. И с девочками то же самое. Но если говорить о детстве, хотя, наверное, вот этот гендерные ожидания, они еще появляются до рождения ребенка. Я не знаю, как у вас настолько сохранилась традиция, когда в роддом родители приносят голубые и розовые ленточки.
в Минске, ну вот я часто бываю в разных регионах, до сих пор эта традиция существует. Все-таки мы вот даже пол связываем с неким особым цветом. И как бы находим объяснение этому. И очень известный эксперимент, который в разных странах проводился в разное время, когда закрывали, ну, взрослым людям представляли младенцев, визуально нельзя было определить их пол, и говорили, что вот этот мальчик, опишите его. И люди начинали описывать его, посмотрите, как сжимаются его кулачки, настоящий будущий боец, как он резво бьет ножками, он будет футболистом, или какой у него взгляд концентрированный, это будущий ученый. Когда младенца представляли как девочку, значит, вот эти вот описания, оно тоже подчинялось гендерным ожиданиям. И детские игрушки, это, наверное, следующий этап, и детская одежда, следующий этап социализации. И вот эта фотография более чем столетней давности, которая показывает, что на самом деле до сих пор вот эти социальные роли, которые общество нам транслирует, о том, во что играют мальчики и девочки, они остались такими же, не очень сильно изменились. Ну, вот, хотя тут только девочки на фотографии, но во что они играют в дом, кухонька у них там какая-то, там какой-то столик и стульчики, коляски. Вот это вот роль, которую мы предлагаем, хотя для детей игра – это жизнь, да, это для взрослых игра – это часто игра. Но дети так социализируются через вот игровые какие-то вещи. И я не говорю, что это плохо, да, не поймите меня, что мой посыл, что вот надо вот это сломать. Я говорю о том, что скорее, что когда выбор только такой, это значительно, во-первых, предопределяет, что мы выбираем в жизни, как люди, как профессионалы, и значительно сужает наш вот этот жизненный сценарий, кем мы становимся. Но мы можем на это влиять, потому что это создают люди, и это могут разрушать или менять люди. В этом смысле это как бы такая хорошая новость. Ну, то же самое, да, опять-таки здесь очень такое традиционное разделение, мальчики с машинками, девочки с колясками, фотографии более позднего периода, уже в 70-е годы на цветной фотографии появляются новые мальчуковые игрушки, это оружие. Но здесь по-прежнему коляска. Если вы сегодня зайдете в любой супермаркет, вы, в общем-то, без труда увидите, где у нас концентрируются игрушки для девочек. Каким образом вы это увидите? Под цвету. Под цвету. Вот это будет очень яркий, однозначно такой розовый угол, скорее всего. Мальчиковые игрушки, они не имеют одного цвета. Они чаще, они синие, красные, то есть разные цвета, и вот нельзя сказать, и не черные, в общем-то. За черный цвет тоже ассоциируется часто с мужским цветом. Вот детские игрушки, которые выпускаются в промышленных масштабах. Ну, продаются, может быть, не в Беларуси, но на нашем пространстве довольно часто. Фотографии из интернета. Первая игрушка слева – это девочка на шесте. Это игрушка для юной стриптизерши, наверное. А вторая игрушка – это вот такая передвижная колясочка со всеми средствами, которые помогают в уборке. И это игрушки для девочек. Это то, какую роль наша культура говорит. Вот это, причем, посмотрите, какая она поляризированная роль. Да? Здесь нет девочки, которую конструктор собирает, или нет девочки, которая какие-то гендерно-нейтральные игры играет. Хотя наверняка девочки в это играют. Да? Я, ну, наверное, не знаю родителей, которые бы очень жестко привязывали такую роль. Но, тем не менее, наша вот промышленность, да, ведь создана в промышленном масштабе, лекала, там, всякие... станки, которые это все делают, собирают и продают. Мальчиковые игрушки, ну это чаще всего машинки, если это опять-таки имидж какой-то, реклама сопровождается имиджем, то чаще всего мальчик представляется в виде водителя, который подводит девочку. Игрушка, которая предлагает нам стандарт красоты, называется, вы можете побрить своего младенца. И волосы этого младенца расположены, ну, не только на голове, в подмышках, в паху, на ногах. То есть тоже вот такой посыл, о чем он говорит. Вот это не очень хорошо, да, то есть если посыл побрить своего ребенка, побрить своего младенца, то нужно побрить его в соответствии со стандартом красоты. И вот этот вот младенец не отражает стандарт красоты, он не вписывается. Поэтому, значит, мы какой навык у ребенка развиваем, чтобы он понимал, а какой же, в какую модель надо вписаться, и как, что с этим ребенком нужно сделать, какие части тела побрить, чтобы вот он стал настоящим мальчиком или настоящей девочкой. Куклы Барби, ну, наверное, самая гендерная такая, до недавнего времени, скажем, гендерная нечувствительная игрушка, сегодня меняется, сегодня уже есть куклы Барби, которые больше похожи на настоящих женщин, и вот эти вот две сравнения, кукла Барби слева, которая
Это та, которая сегодня продается. Вот физики, молодые физики посчитали, что если бы у женщин были такие пропорции тела, они бы просто не смогли стоять на ногах. То есть вот здесь даже вот этот центр тяжести не соблюден. И вот такой человек, он бы в принципе не мог стоять. Да? Смотрите на размер стопы, на пропорции тела. И справа это Барби, которая сделана по пропорциям, ну, типичных женщин, да, у которых другие пропорции, не соответствующие стандарту красоты, по которому сделана Барби, но, наверное, более приближенные. Да. И вот опять-таки предлагают такие игрушки своим детям, девочкам чаще, какой мы посыл посылаем. Да? То есть мы предлагаем играться с игрушками, которых людей, прототипами людей, которые не существуют в действительности. И, на мой взгляд, это самая большая опасность. Да? И поэтому у нас сегодня, мы так много говорим о булимии, о анорексии, о других пищевых расстройствах и о том, как дети, и мальчики в том числе, не готовы воспринимать себя настоящими. Да? Мы должны соответствовать чему-то, кому-то, чьим-то правилам установленным, а если мы не соответствуем, это большая жизненная трагедия. То есть выделяться сегодня – это скорее недостаток, чем достоинство, хотя это меняется. Тоже про социальные роли женщины, потому что больше у меня реклама на эту тему собрана. Да, вот это смешно, но с другой стороны, вот это тоже такой посыл очень откровенный. Это этикетка, которая пришивается к одежде, где есть инструкция, как за этой одеждой ухаживать. Но чтобы не заморачиваться там, не важно, в какой воде она стирается, отдайте своей этой девушке. Она знает, как этим, как ухаживать за этой одеждой. Отдайте своей женщине, фотография слева, и отдайте своей жене. Вот тоже при нашей, мне кажется, это странно, при нашем уровне вообще автоматизации нашего быта, когда постирать, это просто нажать на кнопку в машинке и отделить черное от белого могут все мужчины и женщины, и грамотность у нас 100%, то есть инструкцию прочитать у нас тоже могут все. Но вот эти вот этикетки, это вот из Украины мне коллеги прислали такой снимок. Обычно, чаще всего говорят, что такие этикетки пришивают к натуральной одежде, да, то есть где вот риск ее испортить очень высокий, или к натуральной шерсти, к кашемиру, или к хлопку. А здесь вот хлопок и полиэстер, ну скажем, не самая как бы качественная вещь в смысле натуральности. Ну вот тоже, согласитесь, определенная роль, причем как мужская и женская, да, то есть женская очень выраженная, вот где, вот это главная обязанность, да, или ваше место женское. Мужская тоже, постирать это, наверное, ну, как бы ниже достоинства мужчин. Я утрирую, но примерно посыл такой, да, не надо заморачиваться, ваше дело спасать мир. Я вас тоже провоцирую, так что вы, пожалуйста, реагируйте. Гендерная социализация через благотворительность. Пример тоже из нашей среды, когда очень известные компании, ВТБ банк, Reflame, приехали в один из детских домов и предлагали работу с детьми, вот разделили этих детей на гендерные группы. И для мальчиков предложили тренинг по постановке цели, для девочек тренинг по уходу за кожей. И тоже для меня очень странный посыл. Да? Неужели мальчикам не нужно знать, как ухаживать за собой? Сегодня наша даже белорусская промышленность там работает на очень много мужских линеек косметики, ухода за собой. А девочкам не нужен тренинг по постановке цели. То есть у девочек все решено в жизни. Там женская дорога она предопределена до такой степени, что не нужно ее планировать. И это опасно тем, что вот эти люди, у которых есть хорошие имена, бизнес, да, у которых есть средства, приезжают с очень определенным посылом, да, и это то, и дети, которые воспитываются в детских домах, не имеют возможности сравнить и быть, ну, как бы критически оценить это предложение. Потому что благотворительность, ну, она всегда со знаком плюс. Мы должны думать о том, какие последствия могут быть. И это тоже социализация, да, ну, на мой взгляд, можно было бы разделить детей по полу в этих мастер-классах, но я думаю, что можно было бы сделать и какие-то ну, общие да, занятия для мальчиков и девочек с тем, чтобы познакомить их с разными сторонами их жизни. Не только с тем, как добиваться успеха в своей жизни, но и тем, как заботиться о своем здоровье. Да? Потому что для мужчин сегодня это проблема. Наши мужчины живут на 12 лет меньше, чем женщины. То есть после выхода на пенсию мужчина в среднем живет 6 лет. Хотя, например, в Швеции эта разница составляет 6 месяцев, а у нас 12 лет. Согласитесь, ну, здесь есть не только биологическая предопределенность, здесь есть и социальная, потому что согласно стандартам международных организаций, в частности ВОЗа, вот нормальная разница продолжительности жизни является 5 лет. Это то, что в биологии, да, это роль гормонов, например, в женском организме, то, чего у мужчин нет. Когда эта разница составляет 12 лет, это говорит о том, что есть очень много социальных факторов, да, социальное поведение, склонность вот, не сообщать, не просить помощи у других. Это то, чем
ну, многие сервисы для мужчин отличаются. Да? Для того, чтобы пригласить, получить помощь мужчины, нужно намного больше средств, времени затратить на рекламу. Потому что для мужчины прийти куда-то в институцию, сказать, у меня проблема, это ну, практически подвиг, как спасти мир. Для женщины, женщины социализируются как люди, которые делятся своими проблемами. И это наше средство тоже борьбы со стрессом. И мы в этом смысле продукт социализации. Вот эти стереотипы, еще раз хочу подчеркнуть, как реклама, они все вокруг нас, и мы не имеем иногда возможности отфильтровать вот этот вот контент, который сыпется или на нас нисходит. Иллюстрация из учебника русского языка, занятие, там, тема, где ставится в словах ударение. Да? То есть, в общем-то, абсолютно как бы гендерно нейтральная, скажем, такая тема. Но тоже картинка, которая четко очерчивает гендерные роли. Кто у нас за столом сидит? Мужчины, взрослые, не маленькие. Кто их обслуживает? Женщины. Ну, вот девочка сидит, поскольку она, как бы, наверное, не может обслужить еще и себя до конца, и других членов семьи. Но за всеми ухаживают женщины. Тоже странный посыл и очень такой, ну, традиционный, скажем так. Моя одна из любимых открыток советского периода, тоже, где очень ярко выражены гендерные роли. То есть я говорю про то, что наша социализация происходит не в нейтральном пространстве. Мы считываем вот эти посылы как роль, которой нас готовят родители, общество готовит. И мы понимаем, что даже если у нас в этой сфере нету ну, законов юридических, которые нас накажут, если мы будем по-другому себя вести, как женщина-мужчина, есть такой закон, неписанный закон общественный, да, порицание, например, там, мужчин, у которых есть, там, ну, например, длинные волосы, или которые имеют женственные мягкие манеры. Да? Это скорее мужчина, который имеет риск получить некий такой вот ярлык, да, он там какой-то не такой, там другого цвета. Еще несколько картинок про то, что роли меняются. То есть вот сегодня, живя в этом обществе, можем говорить, что пройдет какое-то время, и роли могут поменяться, поэтому не надо представлять их как нечто очень жесткое. 50-е годы, послевоенное время, советская пропаганда предлагает мальчикам роль помощника матери. Да? Отцы погибли на фронте, мамы заняты с утра до вечера зарабатыванием денег. И вот только пропаганда видит вот роль мальчика в семье. Вот сегодня вы такую картинку можете представить? Мальчик, который чинит свою одежду. Или делает что-то по дому, да, какими-то хозяйственными функциями занимается. Мне кажется, это невозможно. Более того, наша система воспитания скрепляет вот эти традиционные роли. У нас до сих пор уроки труда разделены по полу, мальчики строгают, девочки там кулинарят или шьют одежду, как будто мальчикам не нужно учиться готовить себе еду, да? Ну и вообще, вот, а девочкам, например, понимать, как элементарно в быту работают, не знаю, бытовые приборы, да, и что нужно знать, чтобы свой дом, по крайней мере, знать, кого, какого мастера вызвать. Мне кажется, вот это вот разделение, оно усугубляет этот гендерный разрыв и делает нас, с одной стороны, зависимыми друг от друга и не самостоятельными, с другой стороны, ограничивает опять-таки нас, да, и вот дает возможность какие-то дополнительные ярлыки навесить. Ну, то есть, опять-таки, 50 лет назад это было актуально, сегодня это не актуально. Чем больше будет никуда. Ну вот еще картинка слева, тоже мальчик, который вместе со своей сестрой помогает маме. Сегодня эта картинка невозможна. То есть в тот исторический период эта роль для мальчика была востребована. Поэтому пропаганда, вот этот институт социализации, работал на то, чтобы дети были помощниками мамы. И не только девочки, да, но и мальчики в том числе. И чистить чайник для мальчика на кухне не было чем-то зазорным. Да, эта роль пропагандировалась, продвигалась как там идеальная, экземплярная, а не как маргинализованная, как, например, есть сейчас. Ну, тоже такая классическая картинка, хотя на снимке только мужчина, но то, как называется закусочная, тоже говорит о женской роли, да. Мужчины, вот это способ, может быть, как такой утрированный способ времяпрепровождения для мужчин, где, наверное, все три поколения представлены, старшие, младшие, средние. Ну, у женщин какая доля? Ждать мужчин, которые пропьют деньги, придут без зарплаты и будут как бы скандалить. Тоже такая роль. Свадебный салон «Женское счастье». Во-первых, только для женщин свадьба – это счастье, для мужчин это, видимо, повинность такая. И поэтому женщина, которая поздно выходит замуж, это такая старая дева, мужчина, который поздно женится, это завидный холостяк, седина в его волосах – это скорее плюс, нежели минус. И тоже очень поляризованное представление о семейных ролях. Женщина у плиты, очень хорошо одетая, с укладкой, даже в туфлях.
а мужчина на кушетке в маленьких галечках, в сатиновых трусах. Ну вот как бы его имидж такой-то, он по-настоящему расслаблен, у женщины вторая или третья смена. И вот получается, что, ну, как бы, вот поэтому женщина охотится за мужчиной, потому что вот такой имидж мужчина привлекает в браке. Ну, и посмотрите на то, сколько места занимает реклама на фасаде здания, практически 3 этажа. Это реклама из какого-то российского города, российской глубинки. Ну, немножко о стандартах красоты, потому что здесь тоже реклама очень большую роль играет. Это социальная реклама, направленная на девочек, которые страдают пищевыми отравлениями, чтобы показать, как они видят себя. То есть вот так, как они видят себя в зеркале. Она уже истощена, но в ее представлении у нее она все еще должна бороться с лишним весом, или с идеальностью своего внешнего вида. Может быть, кто-то из вас помнит, в свое время была такая популярная вирусная реклама Dove. Такой был ролик, где показывали, как гримировали модель, и после гримировки, как работал фотошоп. То есть вытягивали, поднимали брови, вытягивали шею, отбеливали лицо. Вот это тоже пример такой фотографии. Ну да, в свое время это делали для того, чтобы начать разговор о вот этих стандартах красоты. А вот это вот стандарты, эта красота нравится всем. И обратите внимание на эти два имиджа. Вот слева это реальный человек. Ее и внешность, возможно, по мнению там, модельеров или фэшн-директоров, не идеально. А вот справа она выглядит более идеально. Но является ли она реальным человеком? И хотим ли мы, чтобы наши дети видели рекламу так? И хотим ли мы видеть себя так? Мы ассоциируем себя. С кем мы хотим себя ассоциировать? Да? И что движет там этим нашим мотивом? То есть какой у нас сегодня стандарт красоты? И откуда он появился? То есть мы продукты в этом смысле социализации или это наш свободный выбор? Мне кажется, что мы продукты социализации. И скорее вот эта глянцевая картинка, где нет никаких недостатков, будет нас привлекать. А вот эта вот картинка, это так для каких-то, ну как бы сказать, нетрадиционных или альтернативных журналов, для альтернативных посылов. И эта женщина, она, это ведь не она. У нее, ну то есть губы изменены, да, прикус ее изменен, брови, шея, ну не говоря уже о цвете лица. И в этом смысле реклама, мне кажется, должна быть более этичной, поэтому сегодня многие европейские дизайнеры борются за то, и активисты борются за то, чтобы реклама отражала и показывала реальных людей и посылала реальную картинку, чтобы мы могли понимать, что да, вот это нормально, реальность нормальна, а не фотошоп нормально. Как бы норма все равно очень сильно размыта, скажем так. Но тем не менее. Ну вот ваша реакция, чтобы услышать, вы со мной, вы как бы слушаете меня. Мне правая реклама больше нравится, чем левая, потому что правая — это стандарт. Левая — это жизнь. И в настоящем мы все работаем через идеалы. Идеалы насыщают нашу жизнь, мы к ним стремимся. Поэтому правильнее по маркетингу расположить правую, а не левую. Но он продаст больше, да? Конечно, он продаст больше, и не важно, что думаем мы. Главное, что с хавал хитом. Мне кажется, это вопрос привычки. То есть, приучив к правому образцу, все к этому стремятся. Если люди будут видеть только нормальную левую картинку, да, то они будут на нее так же реагировать. Наверное, проблема в том, что мы программируем с самого детства. То есть нельзя тебя закрыть с детства и показывать только левую картинку. Ты в социуме, ты не можешь. Понятно, тут вопрос производителя рекламы в данном случае, да? Да. Почему не делать такой выбор, да, производителя? Да. То есть, если был бы сразу изначально левый стандарт, да, то права бы не было. Ну, тогда ты закрываешь возможность выбора, то, что нельзя вмещать правое, а не левое. В таком случае пусть будет две. Компромисс. Если вопрос выбора, да. Значит, надо вешать на одной стороне улицу одну, на другой стороне другую. А кто за это будет платить? И кто заплатит больше за какую вещь? Вот вопрос. То, как вы говорите, купит тот товар, который будет предлагать девушка с левой картинки или справа. Ну, мне кажется, вы говорите. Вы говорите о том, что реклама каком-то такой основополагающий посыл, реклама продает или направлена на продажу неудовлетворенности. По поводу того, что у нас нет этого товара, который нам предлагает, по поводу того, что мы не можем купить эту услугу, которую предлагает реклама. И мы не выглядим так, как звезды или там вот. Имиджи эти девушки модельной внешности. Вот пока у нас это есть чувство неудовлетворенности, оно есть у всех, реклама его эксплуатирует. Мы же люди как бы homo sapiens. То есть я про то, что а наше отношение к этому. Мы как people хакаем,
Или мы говорим о том, что это тоже часть этики. В каждой профессии есть этика. И есть люди, которые делают рекламу, производители, есть люди, которые заказывают рекламу. А вот наша роль как потребителей, да? Когда разлилась нефть там, из танкера в океане, что делали люди? То есть можно было сказать, случилось, да, там, подать иски. Но люди, например, перестали пользоваться заправками этого бренда, который предлагал, значит, бензин. Кто-то там, например, в борьбе с курением отказывается от покупки бренда сигарет. Там в свое время Nestlé очень агрессивную кампанию в 90-х вела против грудного вскармливания. Говорила, что грудное вскармливание портит женскую фигуру. Давайте все перейдем на смеси, смеси Nestlé самые лучшие. Женщины начали протестовать, они перестали покупать не только смеси Nestlé, но и все продукты, все шоколадки. И бренд понял, что такая, это невозможно, да, что есть этика, и невозможно таким образом продвигать свой товар. Но это было как вот, ну то есть было какое-то общественное движение. Я говорю про то, насколько, где мы, да, и на что мы готовы, чтобы выразить свое мнение по поводу рекламы. Потому что мы же ее не отменим, да, и не в этом цель. И многие из нас в этой профессии работают, это способ самореализации, она как бы объективна. Но про то, вот какой, а где мы, на чьей мы стороне, и как мы это воспринимаем, и как мы можем рассказать своим детям, да, чтобы они имели тоже такое же критическое мышление. Или если мы хотим, чтобы они имели такое критическое мышление. Очень известный факт про Кейт Уинслет, которая, вот ее имидж отфотошопили здесь на обложке журнала, она выступала с громким заявлением, протестуя против того, что это не я, пожалуйста, ну, люди, как бы, граждане, не покупайтесь на это. Мой имидж подвергся корректности, я против того, я хочу, чтобы вы меня видели со всеми морщинками, там, со всеми как бы округлостями, какая я в жизни, да, и вы цените меня не за это, а за то, какая я актриса, и это для меня важно. Но не все, которые тоже не все сегодня готовы на такой шаг. Наша белорусская модель плюс, Катерина Жаникова участвовала в такой кампании, где, ну, была, распространялась информация о том, как меняются требования к стандартам красоты в пользу, наверное, в сторону ужесточения. Что 20 лет назад вес модели был на 8% меньше веса обычной женщины, сегодня эта разница 23%. То есть сегодня еще больше, хотя есть там всякие даже уже запреты законодательные, не приглашать на подиум модели, чем вес там меньше, чем вот, как бы, у нормальных женщин, у типичных женщин такого возраста телосложения. Но тем не менее, индустрия, похоже, двинулась в совсем другом направлении. Тоже одна из недавно нашумевших компаний или комментариев, очень было много в интернете на эту тему, это реклама одежды для беременной женщины, написано «Разбудите меня, когда я похудею». И беременные женщины очень активно выступали против этого, как бы говоря о том, что, ну, набор веса во время беременности, вообще округлившееся тело женщины в этот период, это абсолютно нормально. И вот такая надпись, она абсолютно аморальна, да, то есть к чему мы, о чем мы говорим? Мы хотим, чтобы женщины свою беременность в пользу красоты отдавали, да, или же мы, ну, готовы воспринимать это как естественный процесс. И, может быть, тоже кто-то из вас следил за тем, как, когда родился принц, как его назвали? У британских наследников на трон, у Гарри и у герцогини. Вот не помню, как назвали этого мальчика. Ну, герцогиня после родов на второй день выписалась из больницы, была в платье, которое довольно сильно обтягивало ее фигуру. И очень многие желтые газеты напечатали, куда смотрит королевский дворец, потому что она вышла в непотребном виде. Она должна была здесь платье, которое скрывало. Но после беременности ее живот не успел спасть. Да, и была очень большая дискуссия. Почему вот это предмет новостей? Да? Почему этот стандарт красоты вмешивается в такую интимную сферу нашей жизни? И почему газеты сегодня позволяют комментировать это так? И почему? И какая наша реакция? Да? Мы молчим. Мы оправдываемся, да, или мы говорим, что это не ваше дело, или, там, мы, например, протестуем, не покупая тот или иной бренд. Что продает реклама? Ну вот, кроме этого чувства неудовлетворенности, наверное, на мой взгляд, это самый такой главный посыл, и то, что эксплуатирует реклама. Это вот фотография обложки учебника по маркетингу в Голландии. На мой взгляд, вот это вот главный вопрос, что продает реклама или через что она продает. Она продает секс, она продает сексуальность, и чаще всего она продает женскую сексуальность. И, как правило, ну, я не ханжа, и сексуальные отношения очень большая часть нашей жизни.
Например, по определению Всемирной организации здравоохранения сексуальное здоровье является частью репродуктивного здоровья. Да? От того, как наша сексуальная жизнь, мы ее реализуем, зависит то, в общем, как мы себя чувствуем. Очень много статей на эту тему написано. То есть я не за то, чтобы в рекламе запретить обнаженное тело. Женщинам приятно смотреть на обнаженное мужское тело, мужчинам наоборот. Я против того, что мы используем вот эту вот привлекательность, мужскую и женскую, обнаженного тела там, в любом виде, продавая услугу или продвигая товар. Я вот против этого выступаю. И есть определенная закономерность, как продает рекламу, что она использует, что, наверное, ну, никто еще не считал в каких-то количественных показателях. Но подавляющее большинство рекламных имиджей используют именно женское тело, а не мужское. Есть разница, как один и тот же производитель, как один и тот же бренд используют мужское и женское тело в своей рекламной продукции. Ну вот, опять-таки, это такой слепок. Реклама из 60-х, человек полетел на мир. Что мы продаем? Мы продаем чистящие средства. Через кого мы это продаем? Через женскую роль. Причем такую роль, как бы, с одной стороны, очень передовую. Женщина уже в скафандре, а не просто в фартуке на кухне. Она уже в космосе, но и в космосе она там драйвит. И вот ей вот это вот средство, как бы, в помощь. Реклама витаминов. Мой секрет прекрасной кожи я глотаю. Реклама витаминов для женщин. Есть очень похожая реклама этих же витаминов с российской кинозвездой, где она показана совершенно в другом ракурсе. Она женщина профессиональная, она много чего делает в своей жизни, совмещает профессию и семью. И ей нужны витамины, чтобы поддерживать себя в форме. Да? И тоже очень разные посылы. Вот эта вот сексуальная коннотация, да, я глотаю, это как намек на сексуальную практику. Вот она тоже, это часть интриги, часть привлечения внимания, и, конечно, она продает. Но мы вот, ну, для кого эта реклама? Для потребителей женщин, да, вот как женщины-потребители, когда покупают. Вот мы с этой рекламой согласны, нам комфортно, когда витамины для нас продаются через сексуальную практику. Или это скорее, ну, можно было бы увидеть на рекламе, не знаю, презервативов или каких-то игрушек для занятий сексом. Реклама пива, ну, наверное, вообще без комментариев. То, как выбрано направление, да, то есть по разным сторонам дороги, разведенные женские ноги, вот это вот как бы дорога, которая уходит вдаль. И реклама пива. Можно ли на эту рекламу, можно ли ее не заметить? Нельзя. Но она вот настолько как бы загораживает все. Вот это вот, это в канадском каком-то городе, где вот этот трафик, пробка, это естественная как бы часть, да, то есть там часто стоят машины в ожидании того, чтобы, ну, такой час пик. И все, конечно, успевают это рассмотреть. Опять-таки, наше отношение к этому. Это нормально, мы готовы этот продукт покупать, мы готовы, чтобы и наши дети к этому относились как к нормальной части. Или все-таки мы можем говорить о неких этических правилах в той же рекламе и устанавливать другие стандарты и давать какую-то оценку. Тоже продажа, не знаю чего. Автолавка, чешская реклама. На самом деле не важно, что вы продаете. Важно, чтобы там была женщина в какой-то позе, которая, ну, привлечет внимание. И на мой взгляд, вот эта вот социализация через такую рекламу, она тоже нашей сексуальности наносит определенный ущерб. Потому что у каждого человека своя собственная сексуальность развивается в каком-то там своем темпе. Да? Мы в разное время изучаем свое тело, мы понимаем, что нам приятно, как мы готовы отзываться на какие-то, ну, взаимодействия с партнером. Вот когда мы видим уже кем-то определенную там позу, да, взгляд томный или, ну, не знаю, какой-то сетап, где эта сексуальность раскрывается, мы свою сексуальность не развиваем, потому что мы начинаем покупать то, что предлагает внешнее окружение. И в этом, на мой взгляд, самая большая, как бы, ну, самый большой вред. Понятно, что если бы мы это делали естественным путем, это заняло бы больше времени, но это была бы наша сексуальность, да? А в это самое время мы покупаем стереотип. И стереотип, он чем плох? Он, с одной стороны, наше время экономит, да, мы как бы каждый раз не задумываемся, что сейчас сделать. С другой стороны, он появляется задолго до того, как появляется наше собственное мнение. То есть мы еще не знаем, насколько хороша женщина в политике, но мы все говорим, что политика — грязное дело, но не для женщин. Мы еще можем не иметь своего мнения как мужчина, как воспитатель, но мы говорим, что это вообще не мужское дело, и это не мужчина, если он сидит дома с детьми. И так работает стереотип. И вот стереотип в отношении сексуальности, он работает точно так же. Да? То есть когда мы видим эту позу, она уже кем-то придумана, отрепетирована, хотя, может быть, она по-настоящему, может быть, она и сексуальна. Но мы принимаем скорее ее, чем продолжаем развивать свою собственную сексуальность. И вот в этом смысле это тоже такое еще одно опасность.
Но опять-таки, это реклама автомобиля, и все равно посыл или имидж один и тот же. Доберись туда быстрее, женская нога, какая разметка на дороге, видны трусики. Ну, как можно пройти мимо? Невозможно. Купят ли такую машину? Возможно, купят. Ну, вопрос, как мы к этому отнесемся. Женщина витрина, которая продает, рекламирует подарки, ну или мужские аксессуары. И, в общем, это такой посыл, что и женщина тоже может быть аксессуаром. Я, возможно, утрирую, потому что я в этой теме очень давно работаю, и у меня свой такой профессиональный взгляд. Но вот в какой-то момент я бы хотела вас послушать. Вот то, что вы видите, как с вашим мировоззрением соотносится, если вы не часть профессионального сообщества, или если вы часть профессионального сообщества рекламного. Это вот вы видите, что в такой рекламе? То же самое, что и я, или по-другому? Кроме того, что это цепляет. То, что вы. То, что я? Почему? Ну, это же очевидно. Ну что, для вас это оскорбительная реклама или как некомфортная реклама? Нет, я просто это, ну, настолько сильно мощный стереотип, что, ну, действительно, мы о нем где-то задумываемся, правда, что, ну, что могло бы быть иначе? И что можно то же самое, наверное, продать по-другому, да? Не оскорбляя, например, да, чувства женщин. Спасибо. Даже, наверное, быстрее продать. Потому что, ну, надо сказать, что женское тело, жёлтое женское тело – это красиво. Единственное, что цель рекламы исключительно коммерческая, потому что, ну, не, если бы это было просто вот, убрать всю вот эту вот мишуру, все эти часы, туфли, ремни и так далее, если бы, не знаю, была фотография какого-нибудь известного фотографа, мы бы говорили о ней как об искусстве. Разведение искусства. Да. Совершенно. А здесь коммерческая цель, поэтому для кого она предназначена? Для определенного адресата, то есть и придется подчиняться законам, то есть говорить на понятном для них языке. Поэтому тут... Я несколько лет назад проводила тренинг для ассоциации маркетологов в Молдове. Вот, и профессиональное сообщество, копирайтеры, дизайнеры говорили часто о том, что их тоже не удовлетворяют такие имиджи. Они не хотели бы, чтобы это было продукт их профессии. Но они работают с заказчиками. Заказчик приходит и говорит: да, вот эта концепция, свобода, там, самовыражение, вот давай тетеньку, значит, голую, и это продаст на раз, два, три. И это та дилемма, с которой сталкивается профессиональное сообщество. Я тоже это понимаю. Но я думаю, что есть и как бы, ну, влияние обратно. Ведь каждый, ведь, ну, человек на своем месте может предложить некую альтернативу за не очень большие деньги. Потому что, конечно, это самое, это первое, что приходит нам на ум. Но хотели бы, чтобы это было в нашем портфолио. Может быть, не всегда. Еще нужно учитывать, что по поводу, не знаю, насыщенности или пресыщенности. То есть если везде вот, поставить 10 билбордов, и везде будут обнаженные девушки, прикрыты там определенными товарами, которые рекламируются, то смысл какой? Выделиться. То есть, естественно, на 11-м билборде будет уже одета девушка, которая будет прикрыта теми же там рекламируемыми. Так ведь не бывает, чтобы 10 билбордов в один ряд, согласитесь? Понятно. Наши очень уважаемые бренды тоже используют эту сексуальность, женскую, причем сексуальность. Это реклама в такой функции, как зум в фотоаппарате. Вот это ваш левый фотоаппарат без зума, там 2 миллиона пикселей. А здесь вот 3 миллиона пикселей. Все совсем по-другому, да? У меня чисто женский вопрос. А дяденьки когда начнутся? Девушки, это хорошо, но дяденьки. Ну вот понимаете, мне кажется, это еще одна крайность, куда нам очень не стоит. Но ведь цель не в том, чтобы унизить мужчину, да? Чтобы мужчины посмотрели, как унижена женщина в рекламе, и изобрести рекламу, которая бы их унижала. Мне кажется, ну это очень такая плохая стратегия, вернее, непродуктивная стратегия. То есть цель в том, чтобы показать, что мужчины тоже могут быть на этом месте. Но разве мы этого хотим? То есть мы не можем достичь равенства за счет унижения другого пола. Мы хотим вот реального, да, и хотим понимания, откуда это родилось. У вас какая дискуссия родилась? Обсуждение? Поделитесь. У них есть другая реклама, где мужчины стоят, прикрывшись объективами, там, ну да, они там линейные. То есть мужская сексуальность сегодня также используется, я согласна. Но вот, наверное, в ряду всех остальных, всего там, массива этих имиджей женщин больше, чем мужчин. И не за то, чтобы мужчин там было больше. Вот молдавская реклама, даром сейчас это что-то, кредит. Приходи без денег, бери ее. Бери вообще технику, ну да, вот коннотация, бери ее женщину, бери ее технику. Всего один час, и она твоя.
забудь про все, сейчас даром, это супер, приходи без денег. Украинцы, купи девчину, купи девчине подарок. И вот это даже надпись в квадрате красный. Вход лицам до 18 лет не заборонен, да, то есть как бы намек на то, что очень часто сексуальный контекст здесь, или там какая-то реклама с сексуальным контекстом, или фильмы, например, сопровождается надписью, что вход лицам до 18 лет запрещен. Здесь же наоборот, вот, купи девчину за подарок. Разные коннотации, которые наталкивают на то, что вот это вот такая женская роль, ну, продаваться за подарки, или женщину завоевать легко за подарки, и мужчине нужно стараться произвести впечатление. Реклама, которая очень много протестов в Украине, даже и в профессиональном сообществе вызвала, да, возьми в рот, сети Якитория и сеть закусочных. Тем более эта сеть позиционировала себя как ресторан семейного типа, куда приезжали с детьми, там, в машинах. Ну, эту рекламу сняли. То же самое, раздвинь палочки. Чемпионат мира, то есть можно продавать все. Чемпионат мира, который проходил в Украине, тоже был очень отмечен использованием сексистской рекламы. Ну, кстати, сексизм по определению это превосходство, это идеология превосходства одного пола над другим. Да? То есть когда мы начинаем говорить, ну, ставить один пол в какую-то иерархию по сравнению с другим, говорим, что женщины красивее, мужчины лучше, умнее, тогда рождается вот это неравенство. Аксессуары на все случаи жизни, не важно, что вы продаете, тут телефоны, фотокамеры, ну, и женщина тоже такой аксессуар. Ну, вот тема совсем другая, других ролей из России. Ну, понятно, что эта реклама запомнится, и наверняка она по этой причине появилась в интернете, а я ее оттуда скачала и сегодня вам ее презентирую, но... А что против этой рекламы? А против того, что вот здесь мужской имидж бы никогда не появился. То есть очень сложно представить рекламу, где бы вот в таком ироничном, с издевкой немножко тоне обсуждался бы, например, роль свекры. Да? Нету анекдотов про свекры, нету анекдотов про тестей, нету анекдотов. Есть? Ну вот, вот ваша, конечно, для меня есть причина для этого. Что наши сегодня роли так распределены, что мы можем, ну, вот, над женщиной посмеяться с большей охотой, и она скорее здесь появится, чем мужчина. А можно я немножко ускорю лекцию? Мы увидели пример, теперь я хочу услышать, как с этим бороться, или что нужно делать. Сейчас перейдем. То есть, варианты, потому что уже, ну, примеров можно выйти на улицу, посмотреть, их очень много, и не надо даже здесь сидеть. То есть их очень много. Хорошо. Ну, я все-таки продолжу, но, да, мы перейдем и к тому, какие есть альтернативы. Качественная связь с командировкой. То есть я пытаюсь показать вам современную рекламу, в том числе рекламу одного из брендов мобильной связи. Российская. Ну да, если вы поняли основную мою мысль, то как бы каждая реклама не нуждается в подробном комментарии, да, но вот мой как бы. Я смотрю всю рекламу, мужскую в том числе, но я больше нахожу именно имиджи, где используется женское тело, женская сексуальность, а не мужская. Ну вот, я как женщина тоже не против посмотреть на обнаженных мужчин, мне это нравится. Но, наверное, не в рекламе и не в публичном пространстве. И не в таком виде. Купил нерку, застрахую ее. Вот это реклама, против которой недавно российские активистки протестовали, к сожалению, она так и не была снята. И даже в государственные органы не обращались, и она осталась. Это серия рекламных имиджей, где немка как женщина, немка как машина. Машина производства там, Германии. Купи чешку, купи японку. У них там целая серия была таких рекламных имиджей. Вот реклама украшений ювелирных. Тоже где есть и мужская, и женская роль. Да, опять-таки. Пока я не знаю, что в твоей коробочке, но посмотрим, что ты мне предложишь. Как только коробочка открыта, и я готова принять твое предложение. Мне кажется, она здесь, эта реклама, ну, унизительная для мужчин и для женщин. Вот то же самое целая серия. Пока неизвестно, что ты можешь предложить, вот ты выглядишь так. Когда я коробочку открыла, красавица. Нет, но это же выходит за рамки рекламы. То есть вот этот имидж, он же сформирован не рекламой, он сформирован сериалами, всем, что окружает комиксами, книжками современными, искусством, так-то, вот таким вот, я говорю. Почему мы останавливаемся именно на рекламе? Потому что это особый вид искусства, который на нас влияет, и который мы не анализируем. Почему мы не останавливаем тогда сериал?
Ну, это тоже вопрос, почему мы не останавливаем сериалы. Об этом можно говорить. Но, понимаете, сериалы – это киноискусство, оно в продолжительность по времени. Там то совершенно… реклама не работала бы как сама по себе. Она работает в комплексе с социумом. Удалив рекламу, здесь нужно либо удалить всю рекламу, либо ее оставить. Реклама же не так, что это сделано. Реклама – это перебор. Я и говорю. Мы не смотрим телевидение, но мы видим рекламу. Это телевизор мы можем выключить, а вот это вот не выключить. Иногда оно вне нашего контроля. Я согласна в том, что реклама это тоже продукт вот этих стереотипов. Да? То есть это не сидят злые дизайнеры, как бы думают, как бы это женщину так показать, чтобы всех унизить. Я понимаю, что это ну, вот не так это происходит. Это тоже продукт, который отражает. И в этом вот, поэтому это зеркало. Но с другой стороны, поскольку никто с этим не хочет бороться, потому что так удобно, не так можно продать все, СЭК продает все, тогда он становится конвейером. И вот, вот это, здесь уже я вижу нашу роль, ну, людей как потребителей. Вот пример того, как одна и та же одежда может рекламироваться по-разному, если она предлагается на разные целевые группы, где используются мужские или женские образы. Вот это рубашка бойфренда. Сейчас очень модно, чтобы у девушки в гардеробе была рубашка бойфренда. Это ну, примерно одна и та же рубашка, ну, предлагая это мужчине, ну вот функционал, да, слева, ну что, рубашка, вот такая клеточка, вот такой размер. А предлагая девушке как бы, купить рубашку бойфренда, производитель вот, поставила в такую позу, оголил ее ягодицы, там, завязал как-то рубашку выше, представил ее в очень сексуальной такой позе. Хотя рубашка это про то же самое, да, она как бы прикрывает тело. Но вот есть, понимаете, опять мы послушаем, что есть закономерность, почему женщина изображена так, а мужчина изображен таким образом. Потому что женская роль может больше привлечь, продать и в конечном итоге ну, как бы сработать на производителя. А мужская роль, хотя, опять-таки, мужчины тоже сексуальны, но мы их сексуальность используем реже, чем женскую. Тут бай. Ну, наша белорусская реклама сегодня тоже у меня много в коллекции. То есть до нас это тоже докатилось, ты заслужила тот отпуск. Это что значит? Мы все заслужили отпуск. Почему? Женщины это как награда в отпуск или как дополнение к этому отпуску? Непонятно. Вот наша поликлиника спецмедосмотра, где до недавнего времени водители получали, до сих пор, вернее, получают справки перед тем, как ну, на права получить. Сейчас уже этот сайт изменился, уже нет такой девушки, но около, там, наверное, лет 5, вот когда вы заходите на этот сайт и записываетесь, водителей, женщин тоже много среди водителей, они видели вот такое изображение. В общем-то, солидное издание, тоже солидное, вернее, учреждение не избежало желание поставить красотку на свою первую страницу. Маготекс, засервируй меня. У женщины на бедре стоит бокал вина, оно разлито, то есть это вот пятно это от вина, и рекламируются опять защитные средства этого материала. Опять-таки, шансов, что здесь появится мужчина, практически никаких. Поэтому женщину засервируй меня, меня как стол, меня как женщину, меня как еще кого-то. Даем в кредит. Что даем в кредит? Непонятно. Что дает в кредит? Непонятно. Ну, я не про то, что реклама должна иметь, знаете, такое литературное произведение, что, когда, кому, по какой цене. Но вот это мы считываем это быстро, мы считываем сексуальный подтекст, считываем. И это тогда реклама как бы достигает своей цели. Но согласны ли мы с этим? Вот популярна у нас была в Минске акция. 2 месяца интернета по цене одного, ну и 2 по цене одной, читай как хочешь. То есть мужчина здесь не может рекламировать интернет, только женщина. Давай займемся. Чем займемся? Сексом, фитнесом, не знаю. Поиграем. Акция Мегатоп уже как ну, реклама не где имиджи используются, а где используется текст, где сравнивается женская обувь с качественной женщиной. Что реклама говорит, что предназначение женщины в том, чтобы дарить своим любимым мужчинам ощущение покоя и радости. Когда мужчина радуется? Когда рядом эффектная женщина, предмет гордости, в какой-то степени его статус самооценка. Вот где женская роль, вот для чего женщине и мужчине нужны. Мне кажется, это и для мужчин как-то некомфортно. Но не нужны мужчинам рядом женщины как мебель, чтобы почувствовать себя сильным. И наоборот для женщины. Выбор мужчины, какая мужская обувь? Обувь с характером. Где в обуви характер? Покажите, пожалуйста. Элегантная классика, цветные туфли. Ну, то есть тоже понятно, да, мы товар приписываем на
наши роли. И таким образом мы эти же роли провоцируем, ну, как бы проецируем на самих себя. Это работает в обоих направлениях. Тоже вот пример того, как по-разному использованы мужские и женские образы. Была популярна, наверное, даже сейчас есть такая услуга одного из банков для студентов открытия карточек, чтобы ускорить платежи. Мужчины у нас представлены как умные, с планшетами, там какие-то формулы пишут на доске с планшетом, то есть оснащенная техника, книжки, а девушка какая-то вся в прострации, вся в каких-то пузырях, смотрит куда-то, шапочки. Если бы не было шапочки, тут можно было бы написать любую услугу, любой товар, да, то есть вот это было бы, работало бы как калька. И опять-таки, есть причина, по которой женщина вот в таком образе, да, а мужчина в таком. В том, что, наверное, причина в том, что у нас гендерные роли как бы смещены, очень поляризированы, да, и женщина – это средство красоты, это вот предназначение женщины – это украшать мужчину. А мужчины – это те, которые завоевывают мир, и они решают. Вы, пожалуйста, на себя эти роли не примеряйте, да, я говорю об этом как бы вот как эксперт, как человек, который это изучает, это не про вас, не про нас, про всех. Это, как анализ ситуации. Еще в 70-е годы американский социолог, он вывел особую закономерность, как можно характеризовать мужские и женские имиджи, используемые в рекламе. Это так называемый уход из реальности. Да? Это вот такие позы, которые ничего общего с реальностью не имеют. Так люди не стоят, себя не держат, так не трогают каждый раз. Это вот такие миловидные, выпадения из реальности, скажем так. Вот это он назвал такой прием, да, когда женщины представляются неземными существами. И приобретая этот товар, который женщина рекламирует, вы как бы получаете неземное блаженство, скажем так. Вот то же самое. Понятно, что где рекламируется белье, например, или колготки. Очень сложно избежать использования имиджа человеческого. Но в этом тоже есть, наверное, выбор, да, как мы это покажем. Через какое, как мы будем использовать это тело. Вот на лекции в Минске, когда я первый раз эту лекцию читала, были представители, как мне показалось, из Велкома. Мы с ними спорили из отдела Велком, потому что для них они разрабатывают рекламу, ориентировались на целевую аудиторию женщин, пожилых, которым нужно было предложить телефон с большими кнопками, ярким экраном. Но опять-таки, почему нету мужчин среди, то есть почему только на женщину? Эта реклама направлена, потому что женщин больше, что? Называется бабушка фон, а не дедушка фон. Ну понятно, а почему нет дедушка фона? Вы думаете, мы думаем... Мужчины живут до 6 лет. Но это еще попытка отразить то, что женщине нужна помощь, чтобы разобраться. То есть у рекламщиков даже нету идеи изобразить здесь мужчину, потому что его не надо учить пользоваться телефоном. Мужчина рождается с умением пользоваться мобильным телефоном, причем любой модели. Женщине нужна помощь. Здесь вот такой посыл. Потому что здесь есть, например, вот похожая реклама в Икее, то же самое. Хорошо наточить нож может не только мужчина. Да? Вот. Мужчине не нужно продавать точилку, он же знает с детства, он социализируется, а женщине нужно продавать. Мы, когда мы это продаем, мы, в общем-то, в своем этом вот тексте как бы немножко принижаем роль женщины в том, что она может прочитать, как пользоваться этой точилкой, посмотреть в интернете, и ей нужна какая-то особая инструкция или какая-то помощь. Она беспомощна, да, она зависима. Да. Вот таким образом мы подкрепляем зависимость женщин. И поэтому есть специальная реклама, которая на это ориентирована. Это пример про то, что мужчины тоже объекты, мужчины тоже объективизируются в рекламе. Вот женщина выбирает среди мужчин, как среди шоколадок. Такой, такой, молочный, с орехами. Я возьму и того, и другого. Про то, что объективизация и овеществление людей в рекламе, оно распространится на мужчин тоже, но не в таких объемах, как для женщин. Тоже такой челлендж мужской роли. Ты мужчина, ты настоящий мужчина, такой вот с детской игрушкой, в воде, потерянный, мокрый, жалко на него смотреть, или вот брутальный такой, как бы у него на лице отпечаток всей его жизни, взгляд человека, повидавшего. Вот настоящий мужчина. А что это рекламирует? Это French Connection, это одежда, да, это бренд, какой-то французский, по-моему. Реклама для мужчин памперсов, реклама памперсов, которая вызвала, не помню в какой стране, наверное, все-таки где-то в Америке,
вызвало очень много протестов по поводу того, что здесь унизительно представлены мужчины. Мужчины говорили: ну подождите, когда я за ребенком ухаживаю, я же не в офисе нахожусь, я дома. Причем здесь галстук? То есть это как бы имидж офисного человека, офисного мужчины, ну, в офисной одежде, который меняет памперсы, здесь тоже такой вызов мужской роли. Я что, не способен это поменять сам, не способен это сделать самостоятельно? И вот мужчины протестовали против этой рекламы, видя в ней как бы так вызов мужской роли воспитателя или папы. Вот они посчитали, что это оскорбительно. А как они пишут в интернете петиции, они собирают такие группы в Фейсбуке, они пишут производителям, например. Или, ну, пока до производителей дойдет, они пишут в магазины, которые товар предлагают. Говорят, снимите, уберите рекламу. А если не убирают? Ну, мы же не в идеальном мире живем. Кто-то покупает другой бренд памперсов. Это тоже стратегия. Потому что в Европе это действует, наверное, лучше, чем у нас. Ну и вот Finance to Buy немножко такую медвежью услугу им предложил. Они рекламируют страховку, вид страхования жизни страхование жизни, что мужчина может страховать свою жену или партнершу. И именно такой вид страхования предлагает компания. Finance to Buy, как реклама, как производитель рекламы, назвал такую страховку страховкой для мужчин-садистов. И посыл такой, что для того, чтобы наступил страховой случай, вы можете ускорить наступление страхового случая, тогда все будут рады. И жена ваша не пострадает, собственно, потому что страховка покроет ее лечение. Ну, на мой взгляд, вообще на пустом месте придумали такую очень глупую идею. Вот это вот заняло у меня один день, чтобы написать комментарий просто в обратной связи и рекламу убрали. Потому что я думаю, что это не идея самого страхового бренда, это идея Finance to Buy, которую вот решили быстренько это преподнести. И в то время, когда был такой большой проект в стране по предупреждению насилия в отношении женщин, это вроде в струю легло, страховка для мужчин-садистов, для мужей-садистов так называлась так реклама. Вот Белагропромбанк тоже этот уход из реальности. Да? Взрослая женщина в образе маленькой девочки, такая зависимая, кого не умилить, такого не умилить. Я себя так постоянно чувствую. Маленькие девочки, мальчики, какая разница, когда маленький ребенок, ты вообще особо не отличаешься. И поэтому сказать, что это наехали на девочку, Ну, вот здесь причина, почему здесь не мальчик. Тем более, не мальчик. Расти большой, а не расти большая. Здесь очень, понимаете, когда дети используются, вот есть реклама, где используются имиджи детей, которые играют во взрослые роли. Я вот с этой, мне эта позиция ближе, по крайней мере, там есть какая-то роль, которую ребенку приписывается. Вот какая здесь роль приписывается? Она не вкладчица в этом банке, она просто какая-то девочка маленькая. Вот тогда, хотя бы какой-то функционал этим детским изображением, когда дается, где есть мальчики и девочки. Там мальчик, например, в белом халате, который там тянется за ним по полу, да, потому что он слишком большой. То есть это предложение. Я не понимаю, в чем здесь, что здесь плохо. Вы не рисуете мелом на земле. Вы не играете в игрушки. Играю. Я до сих пор играю в игрушки. И еще хорошо замаскировано, когда с детьми своими играю. Вроде бы это они играют. На самом деле это я играю. И вот в этой рекламе я не вижу ничего такого, что я пытаюсь понять, что же заинтересовало вас, и просто не понимаю. Не то, что это плохо, а я не понимаю. Да, я понимаю, что просто. Но для меня эта реклама еще в череде всех остальных еще одно. Пример того, как можно женщину поместить на любой вид услуги, на любой вид товара. А если сюда положить мальчика, то есть дядю, меня, да, в галстуке, вы бы были не против, если бы я там лежал, и вот точно так же с этой же игрушкой, точно такой же позе? Вот я думаю, что мужчина бы здесь не лежал, он бы не играл роль мальчика, если бы это только не была детская мечта – стать банкиром или каким-то успешным человеком. Если здесь изображается детская мечта, про что она, я не понимаю. Поэтому для меня это еще один очень стереотипичный, очень традиционный изображение женщины, как маленькой, зависимой, большой банк придет и ей поможет. Вот я читаю эту рекламу так, потому что мужчина здесь не появится, как маленький мальчик. Вы уже через призму своего восприятия это читаете. Вот впечатление вот этого массива рекламы. Вы уже за много этого всего, вы видите, мне так кажется, что я здесь не вижу, поэтому я и думаю, что... Я вижу. Окей. Почему на ней ребенок там появился, не девочка, мальчик там, хотя это для детей, по-моему, кредит, да, и опять же не мужчина, но именно опять
детская группа, детская программа. Опять же, надо было всунуть женщину. И причем здесь вот эта роль будущая, если бы была какая-то еще роль, которую бы ребенку предлагали, ну, может быть, это было бы по-другому. Но здесь вот нет роли, это просто зависимая девочка. Или просто девочка, которая мечтает о большом будущем, расти большой. А программа, кстати, называется «Расти большой», а не «Расти большая». У женщины все сердце, даже голова. То есть вот это про то, кто-то говорил, что в коммерческой рекламе. Вот вам это социальная реклама, да, ну, понятно, что политика – это тоже большие средства. Но для того, чтобы мы смогли продать наш посыл и вызвать доверие избирателей, мы вот женщине, как бы, как политику, это такой холодный образ, надо какой-то более очеловечить ее. Поэтому мы говорим, что у женщины все сердце, даже голова. И если вы, например, почитаете, ну, у нас скоро избирательный период, почитаете, какие вопросы журналисты задают мужчинам-политикам и женщинам-политикам. Мужчин практически не спрашивают про их семьи. Спрашивают про их стратегии, про их цели в жизни, чего они достигли, как они состоялись. У женщин-политиков обязательно спрашивают, ваш любимый борщ, там, не знаю, рецепт борща, рецепт там еще чего-то, как вы проводите время с семьей и как вам удается совмещать профессиональную и семейную жизнь. Почему такие вопросы мы не задаем мужчинам? У мужчин нет семьи, мужчины не любят своих детей. Почему мы это скрываем от, ну, избирателей? Это ведь тоже попытка очеловечить, как бы, мужчину как политика. Потому что политике нужна не только трезвая голова и умение быстро, там, жестко принимать решения. И нужно слышать людей, чего хотят мои избиратели. Вот тоже реклама, на мой взгляд, оскорбительная. Я не комментирую политические пристрастия госпожи Матвиенко, но вот за сосулью перед Отечеством ее, так сказать, Коммерсант хотел дополнительно подчеркнуть ее зависимость от власти, ее продажность, по мнению этого журнала. Ну, там такая темная история, пошел ли в тираж, вообще был ли выпущен этот журнал, это просто такая ложка. Вот вроде как часть тиража изъяли с изображением Матвиенко. Ну, опять-таки, для того, чтобы дополнительно унизить человека, особенно женщину, политика, мы вот свяжем ее политические пристрастия или политическую тактику с какой-то сексуальной еще практикой, да, то есть это намек на оральную практику сексуальную. Тоже пример социальной рекламы, которая направлена на то, чтобы люди жертвовали свои органы, ну, для других людей, например, завещали после смерти. И реклама говорит, что стань донором, потому что это, возможно, единственный шанс попасть внутри нее, внутрь нее. Очень известная компания PETA, которая борется за права животных и против, например, использования меха, поедания мяса. Поедание мяса опускает тебя вниз, подними себя, его, ее, стань вегетарианцем. Избитая, там, оскорбленная женщина изображена, там известна как эта модель, внизу подпись «Остановите жестокость по отношению к слонам». Но для того, чтобы остановить жестокость, нужно показать на примере женщины, как эта жестокость может выглядеть. Стань вегетарианцем против убийства беременных самок каких-то животных. Это беременная женщина. То есть можем насколько это этично использовать в рекламе? Это не искусство, это реклама. Нет, это какая-то акция. Ну, акция. Перформанс, да. Там, ну, я просто. Это как пример того, что делает PETA и как она использует женщин. Сейчас я покажу, как она использует мужчину. Ну, Памела Андерсон, где ее тело разделено на разные части. И, в общем-то, сравнивается тело женщины с телом животного, то есть у нас у всех такие же части есть. Внизу, значит, побрей мех, потому что он не привлекателен. И вот как эта же компания использует имиджи мужчин. Ну вот, давайте, знаете, как бы, ну, утрируя, вот женщинам бы, которые поддерживают PETA, не хотели бы посмотреть на этого актера обнаженным, там, частично обнаженным, полностью обнаженным. Почему он здесь одетый? И почему все предыдущие женщины раздеты? Почему Пол Маккартни вот в таком виде, а не так, как Памела Андерсон выглядит? Почему у мужчин более достойный взгляд и более достойное изображение, чем у женщин? Ну и вот тоже Джастин Бибер, известная звезда. Там что-то написано, животные вызывают у вас улыбку, заставляют вас улыбаться. Забери какое-то животное из местного приюта для животных. Понимаете, когда мы сравниваем, как одна и та же компания имеет один и тот же посыл, использует мужские и женские образы, мы видим, есть какая-то закономерность в том, как это происходит. Вот наличие сексистских
классических фраз, которые могут быть, и сегодня у нас там были примеры. Доберись мне твое тело, там было еще указание, намек на признаки пола в такой манере, который не имеет прямой связи с предметом, который рекламируется, или товаром, или услуги, или с мотивами потребления. То есть, когда неважно, что рекламируется, то везде есть обнаженная женщина. Элементы доминирования и подчинения между полами, какие-то открытые призывы к насилию, покажи ее место, заставь ее подчиняться, или там еще что-то. Изображение личности в качестве сексуального объекта, ну вот сравнивая людей с вещами, и сравниваем людей с животными, которые направлены на унижение человеческого достоинства. Вот эти вот признаки, они как бы где-то из законодательства я нашла, из местного. Сейчас расскажу, как это можно использовать. Ну, во-первых, какие есть альтернативы. Опять-таки, я не за то, чтобы запретить использование обнаженного тела рекламы, как женского или мужского. Ну, вот та же компания DAF, которая несколько лет назад начала кампанию против вот этих стандартов, навязанных стандартов красоты, предлагает альтернативные имиджи, задает вопрос. Ну, здесь игра слов на английском языке. Прекрасная или морщинистая? Да что мы видим? Мы видим то, что не соответствует стандарту красоты, или мы видим человека в возрасте, который не скрывает этот возраст, но по-прежнему прекрасно и привлекательно внешне. Что мы видим на этой картинке? Сверхобъем или, сверхобъем или выдающаяся женщина. Здесь Grey Gorgeous. Седая или великолепная? Ну, опять-таки, гороскоп очень сложно перевести. То есть это такой челлендж нашим, вызов нашим представлениям о красоте. Быть красивой, значит, выглядеть так, как все остальные, или иметь какую-то свою индивидуальность. Вот так перевели это на русский язык, например, в России, эту компанию. Это вот несколько фотографий социальной рекламы против рака груди, где использована арт-боди, техника расписывания тела, боди-арт, который вот рисунок нанесен на женское тело, и для меня это вот положительный пример. Здесь такой вопрос, вы переживаете по поводу правильных вещей, то есть особо женщины изображают прыщик на лице, и, ну, и женщины призывают пройти самообследование, да, на раннее выявление рака груди. Мне кажется, да, здесь есть женское тело. Оно не скрыто, оно вот даже этот сосок, он, ну, виден, хотя он не полностью это тело нам как бы доступно, мы увидим. Но, мне кажется, это реклама допустима. Это, мне кажется, оно здесь есть достоинство, которое сохранено при использовании тела. Да, опять-таки, не будем ханжами, но не за то, чтобы женщин всех закрыть. И, наверное, избежать использования тела невозможно, но это можно сделать по-другому. То же самое и здесь. Вот женщины часто переживают те, у которых кудряшки, что их невозможно распрямить, а те, у которых прямые волосы, как завить эти прямые волосы. Вот тоже реклама про то, что вы переживаете по поводу правильных вещей, и все-таки есть вещи, которые более... То есть это ряд социальной рекламы идет? Да, это социальные, это три таких вот предложения, три имиджа, которые какие-то призы получили. И это, наверное, тоже... Ну, сегодня вот эта реклама, она чаще фестивальная, чем реальная, потому что это стоит денег. Вот. На мой взгляд, нужно думать о том, как делать рекламу с достоинством, которую могла бы, ну, которую бы заказчики могли себе позволить. Ну, женщина, которая переживает по поводу своего формы своего тела. Тоже разные имиджи, хотя это не реклама, где мы бросаем вызов вот этим традиционным ролям, мужским и женщин, и женским. Я ваш будущий президент. Другой мужской образ. Шведский актер, который рекламирует или там, в журнале снимается, участвует в разных компаниях по вовлечению, большему вовлечению мужчин в воспитание детей. И демонстрирует, он продвигает такой, ну, как бы позитивный образ мужчины-отца, что мужчина может получать удовольствие от общения со своими детьми. Тоже вот шведская компания направлена на то, чтобы мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. Это 90-е, вот это вот 70-е, когда шведское правительство впервые такую программу организовала, чтобы мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. Вот такой вот типичный швед 70-х годов, счастливый. Наша, мы с этой компанией сотрудничали, когда-то у них заказывали какую-то рекламу, и для своих клиентов на 23 февраля они вот сделали такие смешные, ну, предложения. Там, они даже выпускали усы. Усы на для каждого типа маскулинности. Вот Чарльз Чаплин. Добрый, смешной, великий, настоящий мужчина. То есть про то, что нету, это реклама про то, что нету одного образа маскулинности или женственности. Фредди Меркьюри, Василий Иванович Чапаев,
То есть разные усы, разные мужчины, разные типы маскулинности. Но все еще мужчины. Значит, Кэн, Сальвадор Дали, Эркель Пуаро, Халк Хоган. И теперь подходы к регулированию рекламы. Вот про то, как бороться и что с этим делать. Ну, во-первых, надо сказать, что здесь сталкиваются очень два идеологических сильных подхода. Первое – это то, что я как потребитель имею право выбирать. Вообще, если мне реклама не нравится, у меня есть право возмущаться и требовать ее запретить. А вторая – это свобода выражения своего собственного мнения. Ну, вот, например, в Штатах это известная поправка о гражданских свободах и возможности каждому говорить все, что он хочет. И очень известный пример Ларри Флинта, основателя журнала «Хаслер», который выиграл в американском Верховном суде битву за то, чтобы иметь право выпускать свой журнал. Кто бы на него ни жаловался, он и использовал очень такие унизительные имиджи, по мнению истцов, которые против него подавали иски, например, показывал священников, которые занимаются сексом, показывал красную шапочку, дровосека, вот это вот волшебник изумрудного города, детских героев, которые занимаются сексом. То есть было очень много против него дел. Он местные суды частично проиграл, на него было совершено покушение, до конца жизни он находится в инвалидной коляске. На Верховном суде он выиграл. Вот это тоже его реклама. Хотя здесь он манипулирует вот тем, чтобы как бы призывая, что мы не позволим больше относиться к женщинам к куску мяса. Хотя вот то, что он делает, то, что он здесь показывает, это он, в общем-то, показывает женщинам как кусок мяса. То есть здесь очень сложно найти золотую середину, потому что у того и другого лагеря, скажем так, есть свои аргументы и свои права. Выражать себя, если это средство выражения, как они хотят. Как реклама регулируется? Через корпоративную социальную ответственность, добровольные стандарты, когда сами рекламодатели разрабатывают такие стандарты для себя, таким образом как бы гарантируя качество потребителю, через влияние общественного мнения, ну вот это наш активизм, через прямые законодательные акты, то есть судебные решения, штрафные санкции. Ну, корпоративная социальная ответственность, как бы, наверное, не буду долго останавливаться на ее преимуществах, но то, когда, если компания показывает, что ей не все равно, какую рекламу она выпускает, ей не все равно мнение потребителя товаров или услуг, она, как правило, ну, получает больше доверия со стороны потребителя и лояльности потребителя к своим услугам. Вот, например, несколько лет назад, очень недавно, по-моему, наверное, 3 или 2 года назад, Хартия Европейской ассоциации парфюмерии, косметики и средств гигиены собралась и придумала свои стандарты рекламы. Где она, например, вот, сделала такое заявление, что реклама косметической продукции не должна содержать сцены сексуально-оскорбительного характера, материалы, текстовые материалы, которые могли бы быть унизительны для мужчин и для женщин, и чтобы реклама не была враждебно настроена к определенному полу. Вот. Не режиссировать сцены с обнаженными моделями, унизительным и вызывающим отвращение оскорбительным образом. Не сосредотачивать внимание на теле или частях человека в качестве объекта, когда это не имеет отношения к рекламируемому продукту. Там, например, рекламируются шины, а в кадре губы женщины. Ну, это вот, чтобы понять, про что это. То есть вот это вот инициатива самих производителей рекламы, которые говорят, что вот на этом, вот, как вы приводите пример, мы хотим, чтобы мы были 11-е в этом, да, списке всех рекламных билбордов, и мы хотим отличаться как-то, и мы заботимся о своих потребителях, потому что мы понимаем нашу ответственность как рекламодатели. На Украине ассоциация маркетинга тоже придумала стандарты недискриминационной рекламы, именно они влияли на ну вот через их как бы посыл, что ли, была запрещена эта реклама Якитори, которая показывала «Возьми в рот, раздвинь палочки». В Великобритании, например, такая инициатива, есть агентство рекламных стандартов, и они запретили рекламу после того, как всего лишь 81 человек счел оскорбительным, дискриминирующим мужчин, призывающих к насилию. Вот эта реклама. Это какой-то был бренд новый, по-моему, обуви. Вот они призывали женщин покупать обувь и как бы говорили, что вот наша обувь такая сильная, вы как бы мужчин наповал сразите. Вот мужчины и женщины в том числе стали протестовать, и они решили, что это прямой призыв к насилию. Да? Вот это еще кровь, пронизанное мужское тело. Это реклама была снята производителем. Ну, через общественное мнение это тоже очень похоже. Вот инициатива, как женщины
протестовали. Это тоже такая очень интересная рекламная идея. Она была вообще, не продавала никакой ни товар, ни услугу. Рекламное агентство выпустило целый ряд рекламных таких лозунгов, слоганов, где были намеренно допущены ошибки. Цель этой рекламы была показать, какое сильное влияние имеет реклама на нас вообще. То есть, что мы обращаем на нее внимание. Здесь тоже допущена ошибка, там в глаголе, по-моему, в каком-то времени неправильно. То есть, но посыл такой, что карьера делает женщин плохими матерями. Вот. Но среагировала, то есть реакцию мы получили совсем другую. То есть, женщины мало того, что, конечно, заметили эту рекламу, но они протестовали против того, что, что было выбрано в качестве фразы. То есть фактически была принижена там роль женщин, которые строят свою карьеру. То есть ты выбирай, или ты мама, или ты... Здесь плакат, который сравнивает цену, которую мы платим за усовершенствование внешности, там покупая грудные имплантанты, делая операции. И что мы можем за эти деньги сделать в своей жизни, такое более достойное, что ли. Например, имплантанты грудные, операции по имплантированию грудных имплантантов. Это 1 год обучения в колледже. То есть вот как бы здесь сравниваются ценности. Да? То, что мы инвестировали в свое тело, что оно имеет, какую ценность вообще материальную, если мы по-настоящему инвестировали в себя как личность, а не как в тело. Есть такие компании, так называемые табуирование, когда активисты выбирают рекламу, которая, по их мнению, унизительна по отношению к тому или другому полу, где размещается надпись, выражающая мнение этих активистов. Вот здесь написано, является оскорбительным для женщин. Вот это вот та самая реклама, где можно посмотреть, если это вот иерархия, да, мужчина стоит, женщина в таком подчиненном положении, и наоборот, по-моему, там рекламируется слева компьютер, это из 90-х годов, еще такая старая компьютерная техника, там ракета взлетает, такой фаллический символ, женщина раздвинула ноги, понятно, какой посыл. Или это пиво рядом стоит, даже сложно рассмотреть. И вот активисты решили, что они тоже имеют право выражать свое мнение и табуировать такую рекламу. Вот то же самое. Твой бурбон имеет прекрасное тело и прекрасный характер. Я бы хотел, чтобы такими же качествами обладала моя девушка. И реклама виски. Налепили оскорбительную для женщин. То же самое здесь. Один из шаров в боулинге изображен как женские ягодицы со стрелками. В Австралии выпускают вот такие наклейки, которые клеятся на такая спамовая публичная кампания. Этот имидж сексистский. Давайте будем бойкотировать сексизм. Если ваш продукт так хорош, зачем вы используете сексизм, чтобы продавать его? То есть такой вызов или ответ к рекламодателям. Через законы, как реклама регулируется, наверное, это такой самый жесткий способ и уже подтверждение того, что все-таки люди хотят влиять на то, какие имиджи используются. Есть такая женская конвенция, которую наша страна подписала, где написано, что стереотипы, культурные нормы влияют на положение женщин в обществе, ими нужно заниматься, как-то продвигать и призывать к равноправию. Есть резолюция Совета Европы, которая призывает государство к ответственности, потому что все-таки государство регулирует рекламную продукцию. В Эстонии приняли поправку к закону о рекламе, где определили неуместную наготу такие термины, как использование человека как сексуального объекта, женской груди для привлечения внимания к товару или услуге, в качестве причины, по которым реклама может быть запрещена. И тоже директива Евросоюза. Еще такой очень интересный пример, возможно, вы слышали, 2 года назад в Фейсбуке был такой большой скандал или обсуждение. Женщина, кормящая мама, разместила свою фотографию, как она кормит ребенка. Там было изображение груди. И Facebook, администрация запретила этот снимок, как вот такой неуместная нагота. В то же самое время очень распространены в Фейсбуке были такие комьюнити, сообщества. Они назывались, например, «Ударь свою девушку, толкни ее и посмотри, куда она полетит», где использовались очень оскорбительные такие имиджи для женщин.
И на это, то есть когда активисты и администрацию Facebook призывали закрыть такие комьюнити, никак не реагировала, ссылаясь на вот эту вот поправку, да, что у нас у всех есть право себя самовыражать. То есть вот как странно и как противоречиво. То есть изображение женщины, кормящей ребенка, это является неуместной наготой, а вот это вот издевательство в отношении женщин было признано нормально. Но тем не менее активистки добились своего, и такие комьюнити были закрыты, и ужесточены были правила регистрирования. Для того, чтобы такую комьюнити сейчас открыть, то есть надо, чтобы был профиль и возможность отследить, кто такие вещи размещает. И сегодня это рассматривается как язык вражды. Ну, вы тоже, наверное, слышали, что язык вражды, он наказывается, если он используется в отношении там, мигрантов, людей разных сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Сегодня он тоже начинает использоваться в отношении разных полов. Вот, мы очень тоже в свое время ходившая по интернету обсуждаемая реклама российская, которую запретила Федеральная антимонопольная служба. Ну, вот, не знаю, почему антимонопольная. В общем, запретили по этическим соображениям. Кто-то из вас может помнить рекламу АБЦ, хрен АБЦ, купи 3 пятых получи, купи 4 пятых получи бесплатно, там, где АБЦ это вот продукция, хрены продают, майонезы, там, одну пасту. Был такой имидж продавщицы, как бы все у нее было на виду, очень выразительное декольте. И мужчины приходили, западали на нее, и значит, дальше был такой контекст. Вот, получи скидку, если купишь больше, где было очень сложно различить, являлся ли этот диалог в отношении товара или в отношении вот, ну, мужчины этой продавщицы. И наше, не помню какое министерство, смотрело там скрытую рекламу сексуальных услуг. Ну, я как бы не очень понимаю повод, но тем не менее она была запрещена. Сегодня идет в таком урезанном режиме, где вот этого всего диалога нет. Тоже реклама банка Тинькофф, очень такой известный банк, который, когда начинал, любыми средствами пользоваться для своей рекламы. Вот кредитная карточка вставлена в женские ягодицы. Кредитная карта для любых нужд. Ну, как это можно комментировать? Это то, что запретили во Франции, потому что реклама, как посчитали, отрицательно сказывалась на подростках. Очень имеет такую сильную коннотацию с оральным сексом, причем с оральным сексом с несовершеннолетним подростком. Значит, ну а вот посыл хороший, да? Курить, значит, быть рабом табака. Кто против, кто из нас против такого посыла? Никто. Но есть, наверное, какие-то границы этичности, этические стандарты, на которые мы должны обращать внимание. То же самое и здесь. И вот в Великобритании эта реклама тоже была признана унижающей достоинство женщин. И все. Вот это все, что я хотела вам сегодня сказать. У нас есть до 9, ну, буквально 15 минут, чтобы ну, какую-то обратную связь, или вопросы, или свое мнение рассказать. И спасибо за диалог некоторый, и за то, что внимательно слушали. Скажите, ну вот в реальности я, допустим, вижу рекламу, это даже не допустим, я ее вижу, которая меня возмущает и так далее, что я могу сделать? Вот. Вы можете написать тому, кто произвел рекламу, производителю, вы можете написать тому, кто заказал, потому что ну, заказчик это не есть производитель, выразить свое мнение. Вы можете написать в государственный орган, у нас Министерство торговли, которое признает рекламу. Министерство торговли. Да, да. Там реклама, в моем случае, то, что меня возмущает, есть реклама против абортов и очень за такой вот традиционный образ женщины, значит, что рожать. Ну, например, если я скажу, вот, может, с полгода, с год назад. Прям везде. Это такая местный какой-то, я знаю, что это местный какой-то человек, да, это его такая инициатива. Да, но у меня это вот просто. Но это, возможно, даже не реклама, если это часто инициатива. Это даже да, получается не реклама, а не знаю. Обладает средствами, чтобы это. Что? Ну, и социальная реклама. Ну, она такая, да, социальная реклама, которая, как мне кажется, вот. Ну, мне кажется, формально такая вещь не может быть признана рекламой, потому что реклама там, ну, должна быть там, хронометраж или там, она должна продвигать что-то, но там какие-то формально признанные. Определенные. Ну, да, или там. Последняя инстанция, куда обращаться? Ну вот, написался производителю, заказчику, они проигнорировали. Написал ты Министерство торговли, они тоже проигнорировали. Или просто отписку сделали, да, да вы понимаете, здесь все хорошо. Мы боремся за рождаемость в этом случае. Что делать дальше? Ну, дальше просто вот какой-то гражданский активизм. Нельзя идти в суд же с этим. То есть нет такого законодательства. Вы что-то включали это по Беларуси, в частности. Но у нас, я думаю, что. А вы где живете? Вы откуда?
Я в Минске живу. Беларусь. То есть в Беларуси? Да, да. Но законодательство белорусское вы в этом плане не изучали? Ну, я смотрела закон о рекламе, там вы можете, как и к любой другой рекламе, вы можете подать в суд, например, что она вас оскорбляет как человека, да, но у нас как бы такие иски практически... Хорошо, даже если есть рекламу организация, через которую может бороться с рекламой? Я не знаю, каких организаций. Ну я, знаете, наверное, мой посыл не про то, чтобы бороться вот так, бороться насмерть. Давайте начнем с того, чтобы вообще рефлексировать на эту тему. Это, наверное, сегодня очень актуально, ну и легко. А второе, вот есть, мы обсуждаем такую инициативу с коллегами Института журналистики БГУ. Проводится рекламный фестиваль каждый год в Минске, сделать круглый стол и вместе с профессиональным сообществом поговорить. Вот вообще, как профессионалы видят, это проблема для них? Или у них совсем другая точка зрения? Если вы акселируете, это будет здорово, но я бы не пошел к вам на стол. Зачем? Зачем проблема, если и так все продается? То есть мне, как реклама заказчику, мне не интересны ваши столы. Что вы там обсуждаете и пытаетесь прикрыть мои свободы? Ну, у вас есть на это полное право. Да, так вот я хотел услышать варианты борьбы, а я не услышал. Ну, сегодня, например, ну, знаете, реклама продавалась, реклама была эффективна, когда она была на русском языке. Да? Сегодня профессиональное сообщество имеет такую фишку, это считается модным и патриотичным, разрабатывает рекламу на белорусском языке. Хотя русская тоже хорошо продавалась. И мне кажется, это уже вопрос не только о деньгах. Это вопрос о своем местной профессии, о своем развитии, будущем профессиональном. Его нужно немножко шире рассматривать, о своем способе самореализации. Ну и потом, если искать какую-то последнюю инстанцию, администрация президента, ну она, естественно, не будет заниматься таким. Нет, не будет. Они отправляют письмо в торговлю, чтобы оно разобралось. Торговля скажет, что мы уже отдали ответ. У нас и сейчас, у нас комиссия по этике в Министерстве торговли, как она там называется, вот которая именно запретила рекламу этого хрена АВЦ. Вот они могут дать свое мнение, это, наверное, последняя инстанция в таком профессиональном сообществе. Комиссия по этике. Комиссия, я не помню, как она называется точно по этике, еще по еще почему-то. А вы бы могли возглавить эту комиссию? Да. Ну, вообще, ваша цель, вы бы могли быть в органах власти, которые контролируют рекламу? Есть ли такая цель вообще? Для чего вы нам рассказываете? У меня такой цели нету. Я вам рассказываю, делюсь своей точкой зрения, может быть, для кого-то это станет... А, хорошо, я немножко еще хотел уточнить просто чисто лично вас. Если бы у вас был выбор, та ситуация, которая сейчас есть в рекламе, и полностью отказаться от обнаженного тела в рекламе, полностью отказаться, вы бы оставили в настоящем состоянии или отказались бы полностью, чтобы нигде в рекламе не было бы обнаженного тела? Вы мне даете выбор без выбора. Я не вижу ситуацию как черно-белую. Ничто не черно-белое. На самом деле, есть всегда спектр. Обнаженного тела не решает проблем. Конечно. Это будет скрыто, будет какая-то спамовая реклама, которую будет сложно регулировать. Моя задача и моя там, в том числе какая-то жизненная миссия, позиция в том, чтобы говорить о том, как гендерные стереотипы влияют на нас. И влияют чаще всего негативно. И реклама — это вот и конвейер, и зеркало. Оно отражает, и оно нас создает. Ну, по сути, да, вот мне нравился лозунг СССР, у нас секса нет, и реклама, которая в том виде обнажена, ее не было тогда. И, в принципе, мне нравилась женщина как мать, которая воспитывает детей и есть достойная супруга, да? И, например, я смотрю на эту рекламу и я смотрю на этих, ну, тело, да, вот эти вот девушки. Uh-huh. Я бы не хотел, чтобы моя жена или кто-то, дочь или так далее, выглядели как они и продавали свое тело вот за эту рекламу. То есть, возможно, в рекламе стоит еще заняться тем, чтобы ограничить количество этих моделей. Я не за ограничения, я за самосознание. То есть то, что мы это поняли, это одно, знаете, как это? Но нет выхода из этой ситуации. Выход просто нет. А вы хотите выход здесь и сейчас, да? Чтобы вот я рецепт выписал, такого не существует. Да, я хотел бы рецепт услышать. Я не врач. А поговорить мы все гораздо. Мы уже рецепт. Спасибо. Понимание проблемы нужно сразу, чтобы... Пожалуйста, Симон, наверное, все остальное. Принимать рекламу. А выбора нет. Нельзя развидеть вот эту рекламу. Ну правильно, нужно, да? Нужно понять, что я понял. Это когда мне становление личности произошло. Но когда ребенок маленький бегает по улице, то я не знаю, как границы. То есть я когда со своей колокольни смотрю, да, я понимаю,
Но как сделать так, чтобы этого не видели те, у кого не сформировалось это сознание? Это же был и вопрос в этом. Мы самый первый кадр у вас замещают. То есть это последствия или это мы сами делаем, да? То есть что первично? А первично то, что мы не можем в настоящий момент ограничить рекламы вот этой существующей. Следующее поколение будет еще более ее съедать. Но я согласна, что мы не можем. А что и мы сделали? И наступит только тот момент, когда оно возникнет, вот этот вот 11-й плакат, вот только тогда возникнет. Нет, я не согласна. Я считаю, что мы не можем только потому, что мы ничего не делаем. Кто сегодня что-то делает, протестую против рекламы, не выражая своего мнения как потребитель. Мы этого не делаем. У меня есть друзья, которые сегодня покупают российские товары. Да? Это тоже вот некий гражданский активизм. Такого первого уровня, но это гражданская позиция. Если вот вы у вас выражается это так, ну давайте, это тоже работает хотя бы на таком уровне. То есть то, что мы можем делать, оно ведь не надо сразу законы принимать, всех сажать в тюрьму, наказывать. Мы как-то вот это первое, что приходит на ум. Мне кажется, что насилием мы не решим это. И вот регулировать сверху не решим. Давайте говорить, а что я готов сделать, а не там кто-то, который сидит в администрации президента. Ну вот я готов. Опять же, если обращать внимание большего количества людей, что, ну, я согласен, что многие вообще не рефлексируют, не думают о том, что там несет эта реклама, что, окей, может быть, там кинул взгляд, ну да, что-то не то, но фиг с ним, побежал дальше. Но, опять же, чем больше количество людей это будет возмущать, и какое-то будет расти количество обращений по поводу конкретных, там, что там повесили на улице, там, партизанский проспект, барышню там в трусах, да, возмутил это одного человека, тебя ты прошел мимо, а если это возмутит там 80 человек, да, и они все напишут в исполком, они такие будут, слушай, где эти бабы, почему они не пишут, где эти бабы, почему они хотя бы эти не помогают всем? Обязательно писать, просто бабушка станет работать в дальнейшем, Нет, почему? Пока эта обратная связь зайдет, это пройдет, я не знаю, сколько, да? Но у него выбор, по крайней мере, будет. Знаете, сегодня есть... Это у меня прямой ответ, но ты же не сможешь быть со своими ребенками везде и всегда, что не добавить в дорогу. Я имею в виду не в детях вообще, я имею в виду, что физическое мышление, оно образ мысли в принципе, потому что, мне кажется, мы живем полностью, как бы, ну... С отключенными. Да, то есть, на автомате полном, да, то есть, я так вижу рекламу в принципе. То есть, у меня, ну, я не знаю, какой-то там антиспам стоит, и я когда еду по улице, я не вижу рекламу. Да, но она есть, и факт, что она тебя не воздействует. Ну, я не уверена, да, но я думаю, что Но потом сегодня есть, знаете, такая вот опасность, а с другой стороны лицемерие. Вот это вот эти роли, да, которые очень поляризированы. Мужчины сильные, женщины слабые, которым там надо помогать. Это не соответствует действительности, это роли. Если мы вот так будем считать, нужно женщину убрать из рынка труда. Зачем мы женщине даем доступ к образованию, если ее главная цель – рожать детей и воспитывать? Сколько государство сэкономит денег? Но наша экономика ляжет. Мы просто не можем себе позволить это экономически убрать женщин с рынка труда. Поэтому это, знаете, демагогия. Давайте женщин вернуть в семью. Да невозможно сегодня. Нужно строить партнерские отношения между людьми. Женщина – это, опять же, это деньги. То есть женщины дешевле стоят. Поэтому мы и обучаем ее. Но женщины, вы уже наслушались лекции, уже относительно этой лекции начинаете призму другую приобрести. Я говорю, как наниматель рынка труда. Женщины дешевле сейчас. И поэтому... Но для вас это не проблема. А вот для меня это проблема.
Я хочу стоить столько, сколько я стою. Для меня это проблема, вы конкуренты. Это для меня еще большая проблема, чем вы. Вы понимаете, да? При одинаковых уровнях знаний, при одинаковом мышлении, почему она получает работу? Потому что она соглашается на меньшие деньги. Не соглашайтесь. Вот что я. Я за вас. Не соглашайтесь. Можно рассуждать отстраненно, когда это, например, мы начинаем говорить о своих собственных женах или матерях, или там дочерях, вот уже тогда другой вопрос. Да? Тогда мы чувствуем эту несправедливость очень остро. Тогда получается, почему моя жена научилась там столько-то лет, а получает меньше, чем мужчина, у которого образование ниже. И по статистике у нас образование ниже у мужчин, но зарабатывают они больше. Вот это вот вопрос социальной справедливости, что или это делать? Тоже придумано? Что там делать для женщин? Что там делать? Заниматься. Нам сложнее построить карьеру. Да, это правда. Поэтому может гораздо, ну, как там говорится, чтобы добиться половину того, что делал мужчина, нужно делать два раза. Совершенно верно. Нужно привлекать мужчин, потому что мы очень часто, нам карьера строить стоит дороже, не в смысле денег, а в смысле усилий, потому что нам не с кем поделить домашние обязанности. У каждой женщины сегодня есть третья или вторая смена. Да? И вопрос, почему в семье нашей обязанности делятся так, что у нас есть эта вторая смена, а не у наших мужей. Если мы работаем с ними, женщины соглашаются. Даже кажется, а вот это вопрос, а почему они соглашаются? И как можно делать по-другому, и как женщины воспитывают мальчиков? Вот мы мальчиков поощряем помогать, если раз посуду. Женщины, потому что они сами мальчиков воспитывают. Да, да. А почему вообще женщины обязывают? Тоже вопрос. Да, тогда ну, давайте уже биологию, залогию, а что вы рожаете? Нет, воспитание не родительское. Нет, нет, но у вас время все равно должно быть у детей, вы должны их родить хотя бы. Почему должны? А мужчина? Если женщина выбирает, не хочешь, не рожать. Я хочу, не могу. Понимаете, что разница? Я не могу. Я только в этом плане сказал, что ты должна, да, я не обязую, я тебе говорю, что если ты будешь ходить, пожалуйста, я не могу. Ну так вот, если мужчины так же, как женщины, заинтересованы в том, чтобы у них были дети, они должны женщинам помогать этих детей растить, а не так, как происходит сегодня. И тогда женщина никогда не будет, не сможет построить карьеру. После 3 лет декретного отпуска ты выходишь, и у тебя вот то, что называется deskilling, да, то есть ты потеряла форму профессиональную. Законодательство ушло, и ты никогда не будешь продвигаться. Вот умные компании, компании, которые заинтересованы в равности на рабочем месте, например, British American Tobacco. Я разговаривала с HR, кто такие программы для персонала делает, у них есть специальные курсы для женщин, выходящих из декретного отпуска, чтобы помочь им поймать вот это вот ушедшее вперед законодательство, понять, что произошло в компании. Понятно, что это стоит денег, но это тоже стратегия. Не всегда нужно наказывать тех, кто плохо делает. Давайте думать о позитивных стратегиях. А как помочь? Мне кажется, что не совсем такое время, когда женщинам совсем социальном обществе даже зарабатывают. Я знаю там много женщин, которые зарабатывают больше, чем мужчины. Свои мужчины, там большинство моих подруг так живут, чем мужчины. Мне кажется, что ну, это не совсем так, что женщина имеет такую сейчас позицию ниже. Наоборот, многие женщины сейчас пользуются этим моментом, унижая мужчину, может быть, не в плане рекламы, но в каких-то там других социальных аспектах. Ну, я согласна, что лично да, есть... Ты сейчас не мужчина, да, вот ты, да, я говорю... Я говорю из позиции статистики. По статистике у нас сегодня женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины. Это белстат. А личная история, как бы, да, очень много личных историй, где происходит наоборот. И... Хотя я, например, лично кажется, что мужчин-женщин не совсем стремились. Вот лично как-то мне иногда комфортно быть зависимой женщиной. Ну, это, ну, есть такое в социологии понятие «сила слабых». Когда мы не можем напрямую получить то, что мы хотим, мы начинаем манипулировать. Женское кокетство – это средство манипулирования. Ну, а вы не следили ли вы или не анализировали ли как бы, количество и качество сексистской рекламы, его зависимость от не знаю, степени демократичности развития как бы общества? Ну, вот, знаете, даже великобританская, английская реклама, американская, то есть там, наверное, развитие демократии больше, чем у нас, но эта реклама остается там. Наверное, прямой связи нету. Даже насилие в отношении. Наверное, у нас уже очень такая, как бы, примитивная, я бы сказала, реклама. А вот азиатские страны, например, как не вот у меня тоже в коллекции нет. А вы знаете, у них просто совсем по-другому, у них даже культура другая. Женщины совершенно другие.
Там не опубличено. Там, наверное, больше, вот если рекламируется, например, MBA или какой-то профессиональный курс, вы там женщину вообще не увидите. Одетую, не одетую. То есть там всегда реклама, она мужская. Потому что реклама это про то, что как бы, ну, там, внешний какой-то там, это покупка там техники или там недвижимости или чего-то. И это главные покупатели, главный потребитель мужчин, потому что у них деньги. У женщин нет денег. Скажите, а есть такие страны, где унижают мужчин рекламе? В Великобритании вот есть такой пример. И наш белорусский, где девочка выбирает между двумя мужчинами, как между двумя шоколадками. Это тоже вот обесчисление мужчин. То есть мы как бы мужчин сравниваем с шоколадом разным. Черный, белый, с орехами. Ну, не важно какой. А возьму обоих. Можно я еще вопрос унижения мужчин или не унижения? То есть мне кажется, что, по-моему, этот вопрос вставал на лекции в бесте вашей. Тогда летом, что вот это вот, к чему 12 лет разницы между смертностью мужчин и женщин, что мужчинам нельзя, это же стереотип, мужчинам нельзя быть слабым, мужчинам нельзя плакать, они вот такие сильные, такие крутые, рекламы, ну везде, да, и вот в жизни стереотип. Собственно, это формирует такую модель, что, ну, то есть этот стресс, который должен держаться, женщина может плакать, слабенькая, приветь, то есть, да, речь не об унижении, но речь о какой-то другой вещи, которая сокращает жизнь в итоге. Ну, по моему мнению, это действует сокращение мужской жизни. Мне кажется, наша проблема, наша культура в том, что мы очень сильно поляризуем. Вот у нас для нас да. Все черное или белое, да? Вот кто более настоящий мужчина, Шварценеггер или Сахаров? Вот какой? Это оба типа маскулинности, да? Это оба человека, которые достигли очень много в своей жизни, там, в спорте или в гражданской какой-то позиции. Или там Кармен, или Мать Тереза. Тоже разных два типа женственности, которые оба имеют право на существование, да? Но вот мы поляризуем, мы скорее Кармен будем считать настоящей женщиной, и Шварценеггер. Потому что это тоже внешний атрибут. Наше общество заточено на успех. Мы хотим добиваться успеха любой ценой. Вот эта внешняя оценка, она иногда важнее, чем внутренняя. А быть сильным, это ж никто не увидит. А вот мою машину или мой там брелок, или дорогую цепочку увидят все. И это наше средство получения, ну как бы, от общества этого одобрения. Да? И поэтому, а реклама нам это помогает. Да, вот эти атрибуты, а кто увидит мой сильный характер? Кто узнает о том, что я написал петицию против плохой рекламы, там, несправедливо. Но это тоже наш выбор. То есть все вот это как бы последствия наших выборов или не выборов. Да? Потому что бездействие это тоже действие. Если мы решаем не действовать. Реклама очень упрощает эти вопросы, что с ней не сахара. Ну да, да. Она эксплуатирует их, конечно. Все. Тип сахара мы в рекламе не увидим. Ну, да, вы женщины, естественно, с морщинами. Да. Тоже рядом. Да, при том, что женщины сегодня основные вкладчицы в банках, например, это данные нашего национального банка. Среди вкладчиков больше женщин, чем мужчин. Женщины нашу экономику держат, ну, если говорить об этом. Но это, с другой стороны, у мужчин больше риска. Мужчин воспитывают брать риск. Это вот то, что как бы считается вот таким мужским качеством, рисковать. Поэтому меньше женских бизнесов у нас, потому что бизнес всегда с риском связан. А женщина хочет, нас учат быть предсказуемыми, чтобы мы все стабильными, чтобы мы просчитывали, да, чтобы гарантировать. Вот поэтому мы меньше получаем, это в том числе тоже. Да. Мужской бизнес, он такой более рискованный, венчурный. Вот, хотя бы эти примеры тоже показывают, как глубоко вот эти гендерные роли на разных уровнях работают. Сказать, у меня близкая знакомая, я имела там одно время с следственным комитетом, ну как бы связь, ну там профессиональная, ну что. Я увидела просто изменение женщины, которая пришла только работать в следственный комитет, так как работала со следователями мужчинами, как блаженственная, какое же было изменение, когда я увидела там через 6 месяцев. То есть она настолько изменилась, там, начиная с внешности и манеры поведения. Она мимикрировала, да? Совершенно. Для меня это просто было некоторым шоком. Ну и в общем, там среда настолько влияет, как бы трудно думать о том, как реклама может влиять, если в общем. Бизнес работает по мужским правилам, поэтому если женщина хочет быть успешной, она должна эти правила выучить, соблюдать. Если вспомните, был такой голливудский фильм «Разоблачение», где играл Деми Мур и Майкл Дуглас, где она домогалась его, 90-х годов фильм, и вот в итоге ее осудили за эти домогательства, да, и она в своем как бы оправдании говорила, а что вы хотите? Вы создали бизнес, мир,
я в него вошла, играла по вашим законам, но мужчину бы на моем месте никогда не наказали, да, наказали меня. Ну, это такое художественное, такое, плод автора, режиссера, но, тем не менее, тоже показывает определенную вещь. Ну, спасибо еще раз всем. Спасибо.